Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, самые прекрасные на свете зрители! Я сегодня объявляю конкурс на лучший комментарий к этому видео. В этом комментарии оно должно быть единственное, вот что я прошу, что оно должно быть развернутое. Во-первых, напишите, пожалуйста, сколько времени вы уже подписаны на мой канал, и что очень важно, что все, кто должен принять участие в конкурсе, это обязательно должны быть подписчики. И вот мне интересно, что вам нравится, какие темы вам нравятся, какие интересны, какие нет. И я не знаю, напишите, пожалуйста, а знакомы ли вы со всеми плейлистами, которые у меня есть, потому что плейлистов у меня очень много, но мне кажется, не все знают о них. Сейчас я их перечислять даже не буду, но вот мне хотелось бы ваше видение развития канала, чтобы вы хотели видеть, чтобы я могла как-то подытожить, посмотреть и развивать канал в соответствии еще и с вашими пожеланиями. Но это самое главное. Конкурс будет проводиться до следующей среды. Дальше я подведу итоги. Никакими, естественно, если мне важны именно ваши комментарии развернутые, то я сама и буду отбирать. У меня, хочу еще предупредить, что это первый пробный конкурс. Если все получится, как я хочу, то значит и дальше у нас будут конкурсы проводиться. У победителей у нас будет 5 человек. И я сейчас вас познакомлю с тем, какие призы я для вас приготовила. Ну, вернее так, конкурсы будут продолжаться. Но вот призы уже не будут бьющимися, как я сейчас предполагаю сделать. Но будут более такие, которым не страшна почта, пересылка в различных ее вариантах. Но так или иначе мы подумаем над этим. Ну а пока я все-таки надеюсь на лучшее, надеюсь, что до вас доедут эти замечательные призы, которые я специально искала, с любовью вам подбирала. Поэтому вот будем говорить о призах. Но перед этим хочу сказать, если все-таки до кого-то приз не доедет по какой-то причине и разобьется в дороге, то, конечно, будет обязательно замена. Я обязательно вам пришлю ее. Ну, а теперь о призах, о самом приятном, самом хорошем, самом, ну, предновогоднем, который поднимает настроение всем. Это, конечно, будут чайные пары. И месяц тому назад я делала видео о своих любимых чайных парах. Вы все хорошо помните. И там я показывала вот эту чайную пару, которую я использовала вот в межсезонье, в такое неприятное холодное, как для глинтвейна я ее использовала. Ну, а многие мне написали, можно еще и для бульона, да, можно и для бульона, но я все же хочу прислать чайную пару. Но по вашим комментариям я поняла, что вам очень она понравилась, и понравился вот ее такой интересный, видите, рисунок. Поэтому я решила вам прислать точно такую же пару, ну, нет, не точно такую же, именно чайную пару, именно для чая поменьше, но точно с таким же рисунком. Да, я нашла и обязательно вам пришлю. Ну, а дальше, а впрочем, давайте посмотрим, что же у нас будет вот дальше. Почему я выбрала фирму Лефарт? Ну, вы знаете, что у меня вся посуда, которой я пользуюсь, это как раз и есть фирма Лефарт. Лефарт – это один из крупнейших производителей фарфора в мире. И эти фарфоровые изделия, предметы сервировки, интерьера, сувениры идеально сочетают эстетичность и практичность и пользуются высоким спросом среди населения.
И сейчас я вам выну и покажу. Вот коробочка, состоящая из двух чайных пар. И коробочка, состоящая из одной чайной пары. Но это не все призы. Да, кстати, я хочу сказать, что все эти чайные пары сделаны на моем любимом производстве, мое любимое Лефарт. Очень люблю, и это вот английская коллекция. Чашечки очень люблю. Поменьше уже, у них нормальная такая вот величина и вместимость. Но блюдечки уже здесь, видите, квадратные такие, уже более современного дизайна. Ну и чашечка такая, уже другого дизайна. Ну вот, мне кажется, что это вот идеально. Поэтому будут участвовать две такие чайные чашечки, два набора, две чайно-кофейные чашечки, две пары с рисунком моего любимого художника Климта «Поцелуй». Ну, я настолько люблю Климта, что сейчас я вам покажу, что я даже в комнате своей дверцы шкафа оформила в этом же стиле. И вот видите, здесь у меня тоже стоит его же картина. Но это тарелка, точно такая же. Ну, вот Климта люблю, люблю. Люблю этот стиль модерн, люблю Климта. Ну и по вашему отзыву я тоже поняла, что многим это нравится. Фон одной чайной пары шоколадно-серый. На нем вот поцелуй. И второй пары, второй пары уже такой вот бежевый, светлый. Ну вот, кстати, я стаканы встречала с поцелуем с этой картины, а, честно говоря, кофейных чашечек, кофейно-чайных, я не встречала, но вот решила тоже купить. Подарок участнику, победившему в конкурсе, будет, мне кажется, очень симпатичный. Во всяком случае, я подбирала то, что мне дорого и приятно для себя. Вот видите, мой шкаф украшен, да, вот таким замечательными рисунками. Поцелуй. Это я сама украшала с помощью декупажа. У меня такой вот артистический. Забыла сказать, что, кстати, чайная пара уже не из английской с Климтом коллекции, а из такой артистичный арт коллекшн. Ну вот. Очень люблю этого художника, и поэтому... Вы видите, вот такой у меня шкаф. Здесь у нас будет еще вот такая вот коробочка с такими кофейными чашечками, с двумя. Это тоже Лефарт. Ну вот посмотрите, какой здесь, мне кажется, какой-то восточный, наверное, да, узор. Сейчас мы... Вот такие вот чашечки маленькие. Посмотрите, какая прелесть. Очень такие изящные. И... К ним вот такие вот блюдечки. Ну, вот такие вот чашечки. Очень прелестные, мне кажется. Ну, вот мы с вами плавно перешли
И к последнему, пятому призу. Последний пятый приз – это вот такая замечательная украшение, игрушка для новогодней елки и новогоднее блюдо стеклянное. Открывать я его специально не хочу, пусть это будет для вас сюрпризом. И вот этих вот замечательных новогодних игрушек елочных у меня будет здесь две. Видите, такие под старину сделаны. Вот. Они не тяжелые, легкие. Естественно, ко всем этим призам, поскольку Новый год, будут добавляться еще всякие призы неожиданные. И будут добавляться сладкие конфеты. В общем, будет сладкий, приятный подарочек. Ну, это малое, что я вам могу дать, мои дорогие зрители и любимые подписчики. Ну, я вам благодарна очень за вашу дружбу. И я надеюсь от вас услышать очень много интересного, потому что именно с вами, друзья, потому что я вас считаю своими друзьями, именно вы мне можете подсказать, что все-таки, как стоит мне обустроить свой канал, чтобы он стал еще интереснее, чтобы наша сплоченная семья, дружная, стала еще более дружной. Я жду от вас вот любых каких-то предложений, любых. Пожалуйста, напишите все в комментарии. А я вас люблю, целую, обнимаю, мои дорогие. Надеюсь, снова скоро встретиться. И заранее хочу, чтобы выиграли все. Ну, а уж как получится, мои дорогие. Но розыгрышей еще будет много, конкурсов будет много. До встречи, мои дорогие. Люблю, целую. До встречи.